Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Сегодня у нас оказывается Скансиайсет, так называется. Такие дни, вот написано Скансиайсет. И здесь такие скидки. Вот видите, такие вот вещи все по 5 евро. Очень даже неплохие вещи. Вот такие вот кофточки, например. Вот. Вот такие вот, например, гольфики, тоже красивый цвет, видите, 5 евро. Вот, очень даже приятненькое качество. И здесь много-много всего интересного. И здесь тоже везде-везде такие скидочки. Я еще не везде сходила. Я маленькое видео сняла, вам выставлю про вот этот магазин Зизи. Он открылся сегодня. Вот. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь в шторах. Вот магазин Химтекс. Шторочки здесь всякие, шторочки, подушечки. Где-то на 30, где-то на 25, там где-то даже на 50. Пойдемте посмотрим. Посмотрим, что здесь интересненького есть. Я здесь люблю шторы покупать. Здесь хорошие шторы. Вот подушечки на 50% скидка. О, такой шум, это за стеной, там это в Зизи открылся. Вот написано, две берешь, за одну платишь. Это такие подушечки. Две берешь, за одну платишь. Притом на все подушечки. И на такие, и на такие. Это пуховые подушечки. Я не люблю подушечек пуховых. Вот, не люблю. Не знаю почему, но не люблю. Вот. Мне больше нравятся синтепоновые. Они хорошо стираются. Они такие удобненькие. И здесь точно так же. Вот полотенчики. Два берешь, за одну платишь. За одну платишь. Но это не скидочная цена. Это по нормальной цене. Просто два полотенчика за одну цену. Если бы это были скидочные цены, ну, тогда это было бы очень даже выгодно покупать. А так, по такой цене, это не очень выгодно. Поэтому я ничего покупать и не буду. Пойдемте с вами дальше. Сейчас зайдем в МЧМДМ. МЧМДМ, как я его называю. Что там посмотрим? А нет, мы еще в Линдекс только вот посмотрели. Вот эти вот свитерочки, которые перед входом в магазин. Можно зайти еще туда в середину посмотреть, что там. Там наверняка еще что-то есть интересное. Вот. Сейчас посмотрим. Мне тут один понравился свитерок. Вот видите, что-то такое. XS размер. Мы его брать не будем. Такие цены часто бывают. Поэтому брать ничего не будем. Пойдем посмотрим, может быть, белье какое-то дешевое есть. Или еще какие-то скидки. Нет. Больше ничего я тут не вижу. Вот журнальчик Скансиайсет. Вот, можно взять Скансиайсет. Я потом пойду еще в продукты. Мой продукты потом пойду. Посмотрю, что там в продуктах. Если будет арбуз дешевый. Вот как был тогда евро 80, но я не взяла, потому что мне не захотелось тащить его. Вот. А тут больше ничего и нету. Вот тут только там один кронштейн этих самых свитерков повесили и все. И журнал я тоже брать не буду. Вот я его сюда положила. И все. Сейчас пойдем в МЧМДМчик зайдем, посмотрим, что там. И потом пойдем. Вот. Дальше пойдем. Посмотрим. Ну вот я в магазине Зизи взяла водички себе. Вот видите, такая бутылочка. Магазин Зизи. Такая бутылочка водички. И один круассанчик взяла. А еще пирожное съела. И кофе выпила. Круассанчик взяла с собой. Пообедаю круассанчиком.
Ну, вот здесь вот 10,99. Это неинтересно. Значит, мы сюда просто так зайдем, посмотрим. 10,99, это несерьезно. Это очень несерьезно. 20% скидки. Видите, 20% скидки. Это тоже несерьезно. Что-то так очень мало. Вот так. Не годится. Неинтересно. Я не люблю таких скидок. Я люблю, когда 70, а на 70 еще 50. Вот это я люблю. Такие скидочки. Ну, какие-то пиджачки здесь. Посмотрим, сколько стоят эти пиджачки. А вот 17,99. Эти куртки, наверное, по 8 евро. Да, 8,99. Они в центре были. Такие курточки. Я меряла. Ну, такое, знаете, никакое. Никакое. Ну, какие-то сумочки по 4,99. Так, только, знаете, когда в дорогу едешь, там документик положить какой-то, то можно. Кого нету. У меня таких сумочек много, поэтому мне не надо. Ну, вот, выходим отсюда. Выходим. Такой принт люблю очень. Такой вот ненавязчивый цветочный принт. Вот. Пойдемте посмотрим дальше. Что? А, в принципе, на второй этаж я не пойду. Хотя нет, пойду потом в Топмане зайду, посмотрю, что там в Топмане. Но я не думаю, что там чего-то такого супер-буперного я найду. Ну, зайти зайду. Сейчас мне надо вот зайти в этот самый, в Кикс. Посмотреть, что там. Сегодня душ обещали. Вот. Так что. Посмотрим, будет дождик или не будет. Может быть и будет. Вот такие дела. Сейчас зайдем в магазин Кикс. Потом пойдем в продукты. Ну, вот я, наверное, прервусь. Уже 7 минут вам наговорила. Ну ладно, сейчас зайду с вами в Кикс. Видите, тут везде обклеено сканси айса. Это часто такие у нас делают 2 раза, а то 3 раза в год. Вот. Что здесь есть какие-то скидки? Не вижу я, 20% вижу. Так, сейчас хочу одни духи посмотреть. А вот Идол. Это новые от Ланкома. Духи вышли. Надо мне сказала, попробуй хорошие. Я попробую. О, хороший. Нравится мне запах. Ой. Сейчас. Мне надо так на палец побрызгать. Я была... Ой. Так, покажу вам. Я была утром... Эй. Эй, Тарвикитус. Просили, нужна ли помощь, я сказала, не надо. Я утром была на кладбище. Ходила проведать Юру. Я никогда не снимаю там. Мне не нравится там снимать. Поэтому я никогда там не снимаю. Вот. Так просто прошлась. И больше ничего. Смотрела, потом села на автобус и поехала дальше. Вот какие красивые цветочки там. Там вон шарики. Ну, в общем, полностью все тут украсили. Вот. Мороженое я вам уже показывала. Мороженое. Йогурт замороженный. Вот такие всякие добавочки. Вот такие, видите, мороженое. Ой, ну разве нужно это мороженое сравнить с итальянским? Там такое мороженое вкусное. Такое дешевое, кстати, да, мне вот эта штука надо. Спиртовая штука. Вот я на руку. Вот. Вот такие дела. Ну вот я вам практически все и показала. Больше и показывать-то нечего. Так что я, пожалуй, на этом дело и закончу. Свой показ и закончу.
пока-пока. До новых встреч. С вами была я, о Финляндии. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Пока!